Добрый вечер, добрый вечер. Смотрите, мусор потащила с дня рождения. 2 дня уже стоит. Не знаю, как я дойду. Реально. Ну, хочу бегать. Уху, что ли? С ума сошла. Пошла за ловкой. Заодно мусор вытащу. Только я не знаю, как я до него дойду, до этой помойки. О, на машине, что ли? Да нафиг. Ладно, короче. Тихонечку дойду. Дойду. Сегодня с утра работала. Потом должна была идти на массаж. В итоге облом. Она перенесла на завтра. Заколебала уже вообще меня. Постоянно переносит, блин. Уже бесит. На завтра договорились. С утра приду к ней. Потом на работу. Вечером на волосы. Вовку с собой надо таскать. Послезавтра весь день работаю. И вечером тоже Вову опять же с собой буду таскать. Даньки же нету, не с кем его оставлять. Капец. Так, если я его буду вот так тащить, поэтому... Если я его сейчас разорву, то это будет капец, мне его не собрать. Блин, придумала вообще. Ладно, потихонечку пойду. Потихонечку пойду. Снимать некогда. А ты что за мной идешь? Кривоногая. Кривоножка, блин. Ой, дура. Тащится за мной. Фух, вот неделя началась, опять понедельник. Сейчас вообще до Нового года будет сумасшедший день. Каждый день, даже выходные. Ой. Праздники кончились. Фух, осталось только день рождения у мамы в воскресенье. Там съезжу, поздравлю, да и все. Даже не знаю, что ей покупать. Сертификат, массаж какой-нибудь, что ли. У него все есть. Посуды тем более не надо, золота не надо. Такой, ага, оператор, блин. Ладно, короче, запилю видосик хоть минут на 10. Сегодня листала ленту ВК. Посмотрела. Чуть не офигела. Там, короче, в прошлом году один мужик убил ребенка 3-летнего. Блин, я вообще ревела. Еще фотографии выложили. Вот это все в соцсети. Ребенок мертвый. Мертвого ребенка выложили. И, короче, ему дали 12 лет. Прокурор запрашивал максимальный срок 14. Судья почему-то решил, что его нужно пожалеть, этого ублюдка, и дать ему 12 лет. Фу, это ужас какой-то вообще. Мне же так плохо было от этих фотографий. Такой малыш 3-летний лежит. Он его в живот пинал, видимо, везде, там вообще, он весь в синяках. Глаза красненькие такие, на боку лежит, ножки вытянул. Ой. И мамашу, она это все видела и ничего не предпринимала. Я не знаю, почему ее, эту свинью, не посадили. Ее вообще должны были на пожизненное посадить. Скотина. Мразь, блин. Фотографии еще выложили. Какого хрена, я еще не понимаю. Админы пабликов-то вообще с ума сходят уже, лишь бы хайпануть. Бедный ребеночек. Мне, блин, в мамочках нуждаются, в защите. А тут вот не дождался ребенок. Ой, так плохо было. Ну и влог у меня сегодня. Офигенный, да, будет? Эльвина тащит мусор. Не может, накопила. Накопила. На машине не вожу. Нахер надо. Пешочком. Там 4 пакета больших. Не больших, а простых. Маечек. Я их вон большой, огромный затолкала. Там еще коробочки всякие от подарков. От Вовкиных машинок коробки, которые Инна ему подарила. Всякая-всякая фигня. Меня хоть слышно, нет? Такой шум.
что-то зашмыгало. Лишь бы не заболеть. С этой короной. Посмотришь, уже что творится. Все болеют. Это вообще ужасно. Весной нас пугали. Бегали, тряслись. Сейчас, наоборот, все заминают. Уже, наверное, который раз я уже говорю вот это все на камеру. Нахрена вот это нужно было все делать? Ой, сейчас помощи не дождешься, потому что, не дай бог, заболеть. Ой, блин. Короче, осталось 10 метров. Все, я пошла. Хватит. Нюха отстала, слава богу. А то в тот раз она пошла с нами, до магазина дошла, в красное и белое зашла. Такая вообще умная. Мы вышли из магазина, ее нигде нету. Короче, пришли домой, она позже пришла. Потом ходили в баню, она также с нами пошла. У нас есть баня на Шанхае, тоже до бани дошла, фиг знает. Дня 3 ее не было дома. Пришла потом. Темнеет уже, все, время опять доходит. Короче, вот. Шапку что-то, у меня шапки нет нормальной вообще. Мне даже нечего одеть нормальную. Какую-то хрень. Но покупала. Ну, правда, давно уже шапки не покупала. Все старое. Ну, все слабое. Привет, да, Савик. Ну, я весь мусор за выходные вытащила. Нифига, у тебя мусор. Да. Много мусора. Наконец-то. Хотела за Вовкой на снегокате ехать. С этим мусором. Какой черт снегокат. Вот. 7 декабря уже. Уже декабрь, все, скоро Новый год. Кто что будет готовить, напишите мне в комментах. Что-нибудь такое несложное. Не надо мне сложное. Так, снежок классно скрипит под ногами. Круто вообще. Что они тут в ВКонтакте все пишут. Пишет. Так, Вовке у меня на Новый год есть уже подарок. Динозавра, которого я купила в Екатеринбурге. Ой, Даньке не знаю, чего. Вот на самом деле, ему не знаю, что дарить это вообще. Папа его нас приучил. То ему айпады дарит, гироскутеры. Гироскутер хотел, правда, подарить, не дарил. И вместо него Соньке PlayStation сначала 3-ю, потом 4-ю. Короче, Даньке носки подарим. Ему осталось только машину купить. Его больше уже ничем не удивишь. Новый год будем дома. Втроем. Может, мама приедет. Не знаю. Никуда я не хочу, никуда я не пойду. Никто никуда и не зовет. Да не, реально, нафиг я даже никуда не хочу. Никого не хочу видеть вообще. Все, повеселились. Субботу всех увидела. Хватит мне сейчас. На полгода вас не видеть. Ну реально, с возрастом что-то как-то это тяжеловато со всеми общаться. Фух. Сколько я? 9 минут уже иду. Сейчас Вовочка, интересно, на улице или в группе. Надеюсь, на улице. Не хочу заходить в группу, это обуваться, идти, одевать, спускаться. Пахнет кошачьими санками. Фу, противно. Нифига, как потемнело, да, за 10 минут, пока я иду. Такая иду, с камерой болтаю, все идут на встречу, так смотрят на меня, как на умалишенную.
все хорошо. Нюхали мы. Сюрприз сделала. Нет, все хорошо, только она у меня и висела, у меня не мог. Не могла она ничего не сделать. Ой, ничего сделать. Баню хочу. Вчера не пошла в баню. Не с кем было идти, а одной не захотелось. Одной, во-первых, не захотелось, это во-первых. Во-вторых, надо было Вовку куда-то девать. Ой, со мной же он не пойдет. Так что вот. На неделе нас в среду я опять не могу, я работаю. В четверг, может. В четверг вроде вечером я не работаю. Так-то я на вечер никого не беру, потому что Вову не с кем оставлять. Все равно девочки пишут. Просятся. Ой, меня вообще не видно. Я сейчас отключусь, потом подключусь. Пока-пока, Вова, да? Ты что, видео снимаешь? Да. Что надо сказать? Нет. Что нужно сказать, Вовчик? А? Что нужно сказать? Привет. Всем привет, да? Ага. Нифига темно. Как дела, Вова? Нормально. Мам, а ты не знал, что в Амангасе новое появилось? Это такое... Ой, Вовка, я даже не знаю, что такое Among Us, а ты мне говоришь, там что-то новое появилось. Ну, это я знаю, что это такое. А я ведь не знаю. Это там раньше, знаешь, что было? Там раньше стреляет там. И это, а там кое-что делает. Стреляет, кое-что делает, да? Ага. И новое появилось. Ага. А там такое что-то. Просто поворачивает и стреляет, да? Нифига темно стало, да? Ага. За 15 минут потемнело. Я вот вышла, еще мам, нормально что, было. Я пешком. Я мусор тащила там на себе. Как сумасшедшая. Ничего, мам, вот на машине? Да нафиг, не надо. А что? Ну, не хочу. Мусор в новой машине возить. Вдруг там что-нибудь где-нибудь протечет. Нюха? Угу. Ну, конечно, она такая помощница. Она уже вон убежала куда-то. Почему открывать дверь там, да? Но. А закрывать. Так, ну все. Буду, наверное, отключаться. Может быть, вечером что-нибудь еще запилю. Может, блинчики буду делать, фиг знает. Так сниму. А так, на всякий мам, случай. Пока-пока. Всего доброго. Что? Ну вот, как я и обещала, буду делать блинчики Вова, потому что ничего не ест. Прыщик вылез в субботу утром. Почему? Вова ничего не ест, сделаю ему блинчиков. Тесто буду делать вообще немножко, прям буквально на 6 блинов. Потому что никого больше нет. Если они останутся на вечер, то все, надо будет выбрасывать их. Так что вот... Смотрю, у меня вообще мука-то есть, хоть нет. Вспомнила только что. Вспомнила только что. У меня вообще мука-то есть, нет. Где это полотенце? Ой, блин, что туплю, стою опять. Что мне надо? Посолить. Фу, он такой противный, что ли? Виктор Лимон. Такой горький, я думала, он нормальный. Это у меня знюхи осталось. Вон, соки остались. Вино вон стоит. Я такое не люблю. Я такое не люблю. Сахар. Я думала, он такой, как спрайтик, сладенький. Молока нет, поэтому буду делать с водой. Не знаю, за что взяться. Да. Это что, это вся мука, что у меня осталась. Ой, ладно, вот эту добавлю.
ржаная, будет темненький немножко. Ну ничего страшного, буквально столовая ложка. Может быть, даже и этого достаточно будет. Мне же нужно кого-то чуть-чуть, чуть-чуть. На молоке, конечно, они не такие вкусненькие. Опять воды много, нафига еще ни хрена спрашивается. Я опять воды много положила. Руками буду сбивать, опять с комками будет. А что делать? Что поделать? Вовка там что-то песенки поет. Она любила розы. Розы на морозе. Поет песни. Певичка мой. Пивон. Вот мы с Вовкой вдвоем остались. Еда у меня последнюю неделю, девочки, кто-то спрашивал, что я ем. Ем все, короче. Ну вот сегодня вот. Что у меня было? На утро у меня была творожная запеканка, я ее съела. На перекус был бургер опять этот огроменный, я его съела, кстати. Я его первый раз за 3 недели съела, до этого у меня Данил ел. Объелась вообще. Потом пообедала уже поздно. На обед было это... куриный фарш в этом, в пюре. Типа запеканка пюре. Картофельная запеканка и внутри куриный фарш. Ой, на полдник должен был быть вот салат греческий. Но я его не съела, мне не лезет. Вообще такие порции убойные, как не знаю на кого. Я его оставлю. На выходные себе буду собирать. Но я выходные не то, что буду сегодняшний понедельник. Кто там? Я посмотрю. Как будто дверь открылась. Как будто дверь открылась. Я закрылась. Нафиг надо. У нас, конечно, здесь хорошо, спокойно. Но все равно мы вдвоем с Вовкой. Вот. Я буду себе тогда на выходные собирать, наверное, да вообще на следующий день. Завтра, допустим, вот это съем, завтрашнее оставлю на среду, потом в среду съем вчерашнее и вот так. Ну, потому что мне не лезет на самом деле. И вот на ужин. Что тут на ужин? Какое-то овощное рагу с куриной грудкой. Стою такая, думаю, ну нормально, но не удивлюсь, там опять картошка. Так что вот, это я все на работе сегодня ела, надо помыть. Вон у меня уже целая коробка посуды, не знаю, куда девать, выкидывать, рука не поднимается. Такая это вообще, возьми да выбрось, что ты собираешь, как будто пригодится. Что за народ, а? Как бабка старая. Все собираем, все собираем. Тут пакетки. На кой черт они спрашивают, нужны тоже. Нет, надо собирать. Так, отвлеклась опять. Миксера нет, вот херово. Купить-то, конечно, его можно. Ставить некуда. Тем более у меня там блендер есть, там нужно его просто починить. Блендер классный. Мама мне подарила сертификат в Норис. В Норис — это сеть ювелирных магазинов Каменске-Уральска на 5000. Я посмотрела, там такие цены. Это капец. Вот что я там возьму на 5000? У меня даже на грамм золота не хватит. Там маленькие колечки. Там буквально грамм 300. Ой, грамм, ну, грамм 1,3, 1,2. 10 чем-то тысяч стоит. Ты что, вообще с ума сошли? Грамм золота от 6000 рублей, от 7. Вот зачем? Вот я вообще не понимаю. Подарила бы мне деньгами. Я в ломбарде взяла бы, я уже все посмотрела. Браслетик. Для повседневной носки. У меня есть, конечно, браслет, но его не поносить каждый день.
А мне нужно такой это не толстый браслет. Вот у меня. Но я говорю, он не для каждодневной носки. У меня цепь такая, как цыганка. Прощай, цыганка Сейра. Как, даже не как цыганка, как это гречка. Гречка. Как в Древней Греции. Такие. И вот браслет. Это я комплект брала. 583-я проба. Это вообще просто супер-мега круто. Но они для каждодневной, говорю же, носки. Как его каждый день носить? Не надо что-нибудь поэтому. Поскромнее. Это уж прям как-то, я не знаю, вызывающе. Как цыгане какие-то. Так, а где у меня подвеска? А вон она, подвеска, пирсинг. У меня пирсинг был. Я его сняла. Надоело. Здесь прокалывала губу дважды. Начинаю губу прокалывать, и у меня такой этот узел образуется. Приходилось снимать. Узел вот этот образовался, он вроде бы потом исчез. Но все равно там что-то осталось. Даже потом, когда я губы делала, она мне говорит, у тебя вот не могу тебе сделать с этой стороны губу, потому что там тебе узел мешает. Но еле-еле выровняла, асимметрию убрала. Узел это даже асимметрию дает. Вот, киньте дальше. Даже не знала. Так, я выбираю, это мне не понадобилось. Это что у меня такое вообще? Ты что, у меня мама посуду мыла в субботу? Я вчера лежала, пила чай, телевизор смотрела, пила чай. Короче, вообще не шевелилась. А у меня в субботу посуду здесь мыла. После 10. И на хозяйничке. Здесь лежит, не должно. Где как этот? Ох, ях. Постоянно хожу, охаю. Ох, ох. С такой кривой рожей вижу. Завтра пойду волосы сделаю. Буду такая с длинными волосиками. Двадцать восьмого ресницы буду делать. Уже с девочкой договорились. Сначала она ко мне приезжает в 9 часов. Я ей делаю ресницы. Потом мы едем к ней в студию. Она мне делает ресницы. А завтра я иду к девочке волосы у нее делать. А в среду она идет ко мне ресницы делать. Вот так вот я бегаю везде. Бартер. Хорошо с моей стороны? Так вот, в индустрии красоты договориться можно. Сегодня, короче, на работе сижу. Звонит эта соседка Кристина, которая мне по дороге-то встретилась. Эльвина, а чего у тебя там менты стоят около дома? Я говорю, откуда я знаю, где я на работе? И чё, а чё стоят-то? Я говорю, ну не знаю я, у меня все хорошо. Слава богу. День рождения, если меня отметили хорошо, никто не дрался, не ругался. Да у нас вообще никогда такого нету. У нас люди все адекватные, гости. Всякого биохлама нету, биомусора. Что-то мне чё мерещится, как будто то двери открывают, то сейчас какой-то шорох. Паранойя. Я говорю, не знаю, что стоят. Она звонит другой соседке Оле. Та такая, да ничего страшного, потом все объясню. Я такая, подъезжаю к дому, там машина стоит прямо на том месте, где моя машина должна стоять. Я им показываю, что я заезжать буду. Они уезжают обратно. Не уезжают обратно, задом сдают. Я такая припарковалась, вещи вытащила из машины. Думала, может, сейчас хоть выйду, что-то спросят. Может, они кому-то к соседям просто приехали. Нет, они сидят такие. И эта соседка. Да, выходит такая, садится, она в этой полиции работает, так они, видимо, ее ждали. А это все уже панику такую развеяла, разнесла, устроила. Мне названивать, давай фотографии мне слать. Господи, я что сделаю-то? Вот она такая паникерша.
Сижу спокойно на работе, она говорит, у тебя менты, мне аж, блин, так плохо стало. Что случилось? Что случилось? Что у мамы вдруг что-то, не дай бог? Или что? Что-то все мысли собрала в голове. Дома никого нету. Тоже так не додумаешь, не дай бог, какой-нибудь пожар, что-то еще. Сгущенка есть? Все есть, хорошо. Вовка сейчас хоть поест. Ничего не ест сразу. Вообще. Опять вздыхаю. Короче, мне нужны деньги. Мне нужно много-много денег. Много-много денег мне надо. Завтра у меня весь день занятый, послезавтра тоже. В среду еще не смотрела. В телефоне надо смотреть, там ежедневники. Я и записываю в телефон и в блокнот. Лишь бы у меня не прилипли блины эти опять. Лишь бы не прилипли эти блины, нет, вроде все нормально. Вот у меня какое тесто. Если бы, конечно, было бы молоко, было бы вообще круто. Оно было бы и такое вкусненькое, и нежненькое. Ну, раз молока нету, у мамы коровы что-то это там. Рожать скоро будет. Ну, не скоро, в январе, феврале. И молока пока нету. Ни молока, ни творога, нифига. А магазины я вообще не покупаю. Вообще не покупаю. Нафиг надо. Лучше уж вообще без молока, чем с таким молоком. Ну все хорошо. Все нормально у меня. Блинчики получаются. Только на камеру начинаю что-то делать, все. Все хорошо, все нормально, все отлично. Ладно, все. Вот блинчик. Тут немножко передержала. Ну ничего. Сейчас подожди, Вова, ты чай налью. Мам, ты делаешь видео? Ты делаешь видео? Да. Ты что, не видишь? Привет. Ты не видишь, что ли, вон циферки и красненькая? Помолчи. Я не вижу. Давай вставай. Ой, вставай, Брю, садись. А я и так вставлю. Садись. Давай все-таки берем у тебя. Куда? Это твоя сейчас сама. Не, я тебе помогу. Три штуки и все. Все. Дальше ты это сделаешь. Ломастик. Это мой любимый. Черненький. Маленький, старенький. Старенький. Мам, маленький, старенький. Последний блинчик. Так, раз, два, три, четыре. О, шесть штук, как я и планировала. Офигеть. Прям шесть штук. Ну-ка, пробуй. Говори, вкусненько, невкусненько. Хитась. Что ты нюхаешь? Все вкусно у меня, все в порядке. Все в порядке. Я не люблю блины. Не любишь? Mm-mm. Почему? Сгущенку не очень. Сгущенку? Она ведь вкусная. Не знаю, в детстве тоже ее любила сильно. Ну как? Вкусно очень. Поставь мне лайк. Ну ладно, все. Всем спасибо. Для блинов было использовано одно яйцо, немножко соли, сахара, наверное, столовые ложки, две столовые. Полторы-две. Короче, все сыпала. Я не считала. Примерно стакан молока и грамм 100 муки. Все, вкусно получилось. Все.
Вместо воды лучше бы молока, но у меня его не было. Это вкуснее. Ну все, спасибо, всем спасибо. Пока. Пока.